Как скачать весь свой канал с YouTube бесплатно? То есть все видео с канала в максимальном качестве плюс вот эти данные. Плейлисты и разные настройки. Чтобы сделать бэкап своего канала, нужно воспользоваться архиватором Гугла, ссылка на который в описании. Заходим в архиватор, убираем все галочки, оставляем только последнюю на YouTube. Вы можете выбрать, какие еще данные вам нужны вместе с видео. После чего выбираете, как вы хотите получить свой бэкап. Есть вариант по ссылке, через Google Диск и так далее. Я всегда делаю бэкап по ссылке. Ссылка на архив придет вам на почту аккаунта, с которого вы делаете бэкап. Вот в таком виде. Можно выставить регулярный экспорт, и к вам будет прилетать бэкап один раз в 2 месяца в течение года. Выбираем тип архива, размер архива. К примеру, этот канал MyChoose весит 500 гигабайт. Я выбираю 50 гигабайт и получу 10 архивов для скачивания. Нажимаем создать экспорт и, собственно, готово. Обычно файлы прилетают на e-mail в течение часа. И обычно лучшая благодарность для автора – это подписка на этот канал MyChoose. Я просто офигел. Сколько в сети платных сервисов, чтобы сделать ровно то же самое, только потратив гораздо большее количество времени, да еще и заплатив за это деньги. Увидимся на MyChoose, друзья. Здесь я рассказываю про хороший звук и не только. Пока!